команда, ну, совершенно с другим подходом игры, Boston Celtics. Команда, играющая от атаки, имеющая лучший атакующий рейтинг в сезоне. У них вообще в целом лучший подбор исполнителей во всем. Эта команда может спокойно бороться с командами хай-дивизиона. Вот. Но просто не всегда Boston собирается оптимально. Так что разные команды, и по размеру команды разные, потому что героически за подбор выигрывает. Снова Коробейников, пас на слабую сторону. Заваливает трешечку у нас, даже сказал, не один из лучших, а один из немногих снайперов у Айдаха, потому что у них действительно мало людей, которые издали хорошо бросают. Кач! Заваливает. Их команда готовится. У Босна выходит Абдулвасиев и Тарасенко. Тарасенко тут вчера, но все остальные подъехали. Даже капитан команды Трендин. Неплохо двигает мяч ГСЕ. И три от забора заваливает у нас сейчас за 7 минут, все правильно. Вот, но надо сказать, что Бостон в долгую, конечно, фавориты в этом матче. А кто это у нас был? Это как раз был Шишев с передачи надо зарезовывать 2-1. Ну да, спокойно подпил Андреев. В пределах правил против него защищались. Ой, Тарасенко запутался в дриблинге, в ногу сам себе стукнул. Но мяч удачно отскочил прямо от Качевы. Чайкин на Шишева. Шишев хорошо нашел 26-го. Потом забивает с передачи Шишева. Срабатывают связки новичков. Ну как новички, ну просто Воронцов уже играл. Вот. Но мне кажется, что вот Шишев и Воронцов недавно в команде там. По сути, второй, третий атак завершает Качев. Когда ты имеешь настолько сильного игрока в атаке, конечно, это логично использовать по максимуму его. Качок через голову, хороший пас на Андреева. И Андрей Морокова, Мороков. И забивает. Мороков хорошо защищался ГСЕ. Воронцов, не спеши. Ой, Воронцов, потеря. Потеря у Воронцова. Иванов хорош пас в слабую сторону. Воронцов один, забивает трешечку. И перехватывает Качев мяч на ведение у Иванова. Иванов отрабатывает. Иванов, наверное, лучший персонаж команды. Он продолжает. Не дошел до цели. Иванов. Панфилов, здорово, Панфилов. И в итоге открыл себе путь к кольцу. Никого от игроков Боста не было. Они с ним параллельно с ним стояли, поэтому под кольцом никого не оказалось. Ну и забивает. Снова двойной заслон заказывает Иванов. Но фол, я думаю, не бросковый фол. Или считает. Да, считает судья, засчитывает. Сильно мимо. Подбор за Коробейниковым. Иванов. Хороший пас. Воронцов. В сторону сбегающего Кудаковского. Есть! Ну, Кудаковский в руки. Коробейников ушел на первом шаге. Легко. Сам не забил. Может быть, стоило скинуть там свободным бы Воронцов. Воронцов уже забил трешечку из угла. Кач. Забивает Иванова, потому что Иванов без бросочек пока что. Да? Не прокачан у него бросок. Поэтому ему интервью дать. Муменьшо забивает со средней, еще жестковат передача Иванова, тем не менее, снова бросает Чайкин, не забил. Может, не стоило бросать Чайкина, потому что он лишние полсекунды ему понадобились для обработки. Классный пас Кача! Здорово, конечно, Кач видит поляну, не только скоростными способностями силен, но еще и передача хорошо раздает. Шикарный кат он увидел у Андреева, и Андреев реализовал классную передачу Ткачева. Иванов пока уходит, Чернышов подберет, здорово там сейчас почистил Коробейников, выхватил в последний момент подбор. И плохая передача, очень легкая для обычного Ткачева. Кач, снова классная передача Ткачева. Поутру и запах пауэртора по игре баскетбол. Так, с мячом у Меньшо. У Меньшо дальше на Разина, Никита 3. Рази! И сегодня. Ну вот, ну понятно, что Бостон фавориты, у них есть Ткачев. 3 у Ткачева. Есть 3 Ткача. Так, возобновляется игра после тайм-аута. Иванов. Иванов на Кудаковского. Кудаковский забивает. Катает подбор с Чернышовым. Кач. Уходит легко от Панфилова. И флотер бросает точно. Очень Качев.
А вот Атрин играет, поэтому бывало такое, что Бостон упускал лидерство в счете, это правда. Но я просто думаю, что ГСЕ не та команда, пока что не та команда, которая может... Коробейников вводит мяч лицевой. Панфилов дальше на Кудаковского. Кудаковский. Хорош Кудаковский. Да, ну или нет, надо посмотреть сейчас матч по такой открыть, посмотреть. Ну, в общем, там набил статистику очень сильно Кудаковский. А так обычно, конечно, много он не забивает. Редко он когда 10 очков выбивает. Но сегодня, в принципе, получается у него. Реабилитируется он за свои два промаха из-под кольца в одной атаке. Два из двух от Иванов. Неаккуратно он сейчас кинул, неразбериха там сейчас была Иванова с Карпушкиным. Не расхватил. Пас дальше на Кудаковского. Кудаковский не стал, Панфилову сам решил. Не поставил сверху Кудаковский. Жалко, пожадничал. Кач. Понятно. Но Кудаковский, кажется, перехвалили Кудаковского, не поставил он сверху. А вообще мог сам и забивать через Разина, мне кажется. Ну, как бы то ни было, пятая командная у Бостона, больше нельзя палить. Каждый последующий фол будет выводить на линию. Шахметов топ. Шахметов топ. Это видно по самой низкой команде ГСЕ, которая играет в ИС-дивизионе. ГСЕ Ниагара. Потому что когда я комментировал их первый матч, это просто какой-то... Это просто тупает всем на голову. Но, по крайней мере, они уже переходят в войну поля, организуют какие-то атаки. Так что прогресс есть. Шахметов топ. Кач. Забивает. Из Карпушкина играет. Дальше на Коробейникова. Забивает Флот Задал в той игре. Все получилось у него за команду «Плюс». И поэтому зачастую футболисты просто эмоционально выгорают и не могут на следующий день хорошо играть. Если начнут хорошо четвертую четверть, можно аж попробовать замахнуться на камбэк. Кач. Один в один от Иванова. Уходит Иванова. Легкий 2 очка. Потеря. Только, наверное, не Косарьков сейчас. Кореньков, Максим. Косарьков у нас тут. Кач. Кореньков тоже открывается. Хороший пас на слабую сторону от Кача. Андреев. Нет! Потому что никто там рядом с ним не бежит. Быстро отрыв. Успокаивает игру. Пас на Коробейникова. Коробейник. Хорошая закидушка. Кудаковский. Есть! Хороший был момент. Сейчас очень сегодня эмоциональный Шахметов. И что, 6 минут до конца четвертой четверти. ГСЕ в атаке, минус 13 они проигрывают. Иванов на Карпушкина, Карпушкин. Есть, заваливает ребят. 5 у Шишева, 5 у Воронцова, 10 у Кудаковского, 11 у Иванова. Ну, в принципе, тоже как обычно. И Карпушкина 6 для 3 он забил. У Кудаковского еще 9 подборов своим габаритом, своим визави. Но, во-первых, еще видим, что сейчас у Бостона более облеченный состав. Нету Чернышова, поэтому номинально нету игрока, который крупнее Кудаковского. Вот, но отличный Гомельского. Так, не забивает второй Кудаковский. Кач на Тарасенко. Тарасенко открывается в зону. И здорово разыграли. Кудаковский, потеря. 3,5 минуты у... Нет, поздно, Иван. Нет, не поздно. Лучше поздно, чем никогда. Отдал вам передачу. И три... Забивает 3 Карпушкин. 9 очков отрыва за 3 минуты до конца. В принципе, все отыграем. Тем более, что Карпушкин разбросался. Забивает вторую трешку он за 2 минуты. Кач. Забивает Качев. Через... Разин еще набрал реформу. Разин нет, не забивает в этот раз Карпушкин. Но добавляет. Не забивает Тарасенко. Здорово, Иванов защищался. Иванов убирает на кроссовере. Он Тарасенко. Дальше пас на Панфилова. Панфилов. Забивает. Забивает первый Мароков. Ну что, с победой Бостон. Продолжает Бостон свое победное шествие. У ГСЕ по-прежнему непростые времена. Много непростых.